Хей, йо, гайс, мышмаки, мы продолжаем пройти игру под названием Borderlands 2. И это приключение Тины. Или вопрос о ролевуха. Окей, короче, что делать? Я решил сделать еще одну серию, потому что нам нужно еще будет вернуться. У нас же еще появились миссии в каменном сердце, все такое. Бла-бла-бла-бла-бла. Плюс мы все равно убили его дочь, поэтому у нас уже есть интруха. Игра дали эти красавчика-волшебника. Понятное дело, что нам придется красавчика одолеть, и это у нас финальный босс. Это сделаем все в этой серии. Если что, я там порежу, просто прикреплю. И все будет отлично. Поторопитесь, идиоты, иначе мои люди ворвутся в камеры и убьют вашу драгоценную королеву. И легко спасти мир, если спасительница превратилась в кучу пепла. Эй, ты же не убьешь королеву, не даваш нам шанса простить ее, верно? Подожди-ка. Я же сказал, никаких правил. Так, подождите, мне нужно все это продать. Так, по патронам. Базука. Так, все готово. Можем отправляться. А, ну тут смотрите, просто башня, и мы поднимаемся вверх как основной. Но я должен открыть сундук. Сорян, но я должен открыть сундук. Все, до сюда. Скелеты меня, заметьте, потеряли. Но мы все равно просто пробежим. Поэтому как-то так мы просто бежим. Я только на сундуке буду обращать внимание, который хороший. Блин, ну в урнах тоже может быть редий. Блядь, здесь спорно все. Для справки, мне стало скучно, и я приказал убить королеву. Наверное, мои люди уже играют в футбол ее головы. Счастливо! Проклятие! Нам нужно что сделать? Мне кажется, зажали в спине. А нет, показалось. Блять. Давайте я, короче, броник. Заполнится? Не заполнится броник, окей, бежим. Suck it. Ва, до свидания, до свидания. Ведь видите, они типа нас не видят даже впритык, то есть. И чем это связано, в принципе, тоже непонятно. Окей. А у нас просто потерял на лестнице. Телепорт. Ну, полетели. Ну что же, вот и вы на месте. Спасти королеву вы не успеете, но, по крайней мере, умейте в сравнительных умощениях. А вот и главный босс. Вы точно не хотите подождать Роланда? Тина, мы не можем ждать Роланда. Ладно, вы сможете, проклятие! Тихо-тихо-тихо-тихо, давай-давай-давай-давай-давай. После чего, когда мы снимем щит, я беру пушку. И подпалю его. Да. Некромаг? Why? 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 Урон по голове, урон по голове, урон по голове. Рэнд, давай, восполняйся. Демонический колдун. Ладно, берем дробовик. Вай, что это было, что за звуки? Окей, прыгаем, прыгаем.
Прыгаем, прыгаем. Пока турель восстановится. Да, в принципе, его можно и так убить. Но это то же самое, когда мы дрались с тем. Я его так убью. Или нет. Хорошо, хорошо. Демонический колдун. Все? Вы победили, красавчик-волшебник умер. И значит, кто пришел, чтобы его... Так, отрадовал вообще любительница, непобедимый рыцарь, Роланд. Ну хватит, Тина. Ура. Мы победили. И Роланд пришел, и он был очень рад. Вы же вечности были, красавчик. Тина, хватит. Ты же знаешь, что Джек убил. А я тебя не слышу. Тина, ну что, хотите знать дополнительные задания? Ты должен смириться с этим. Я знаю! Знаю. Но это моя история. И... Знаешь что? Все хорошо. Он может остаться. Если ты этого хочешь. Ага. Продолжай. Я хочу знать, чем закончилась история. Спасибо. Волшебник метнул губительное заклинание, и всем стало ясно, что спасти ничего не подозреваемого рыцаря может только... Чудо! Но, к счастью... Именно чудо и произошло. Кровокрыл. Так ему! Ну, как последний бой? Жду комментария. Ну, мы его круто уделали. Да, мне понравилось. Мордекай, это было неплохо, наверное. Но не забывайте, королева по-прежнему в темнице. Что ты, Ролл? Ролл, полетели, полетели. Приступая через тело, счастливый рыцарь, который пытались убить королеву, вы получаете, что пришли туда, куда нужно. Ведь кто еще мог вернуть свет в мир, если... Кто еще кроме самой прекрасной, самой роскошной, самой изысканной королевы истории? Жопец! В роли королевы. Прекрасная королева Жопец. Жопец. Это... Вау. Я не понимаю, почему у меня что-то... Это прекрасно. Теперь королева в безопасности, вы можете наконец-то отправиться. Я собираю, чтобы... Ей нужно подзарядить, покормить ее иридием. Ни хрена себе. Типа, то, что она высрала, мне нужно ей это все скормить? Вы больные? Больные? Слишком много. А почему вообще так мало вещей, подождите? Типа, ноль сундуков, серьезно? Ладно, давайте хотя бы урны поломаю. Не, ну как бы финальный босс, сколько здесь, три стадии было. Сначала у нас обычный красавчик Джек, который создавал своих клонов. А после у нас появился... Некромант, и после великий волшебник. Темный волшебник. Так, я еще вижу иридий, кажется, кусочек. Это кажется. И это голова. А поговорить? Покормить. Ударя прекрасным копытом, взмахнув чудесным хвостом, королева Жопец, раз она всегда вернула свет в свое королевство. Че, серьезно, никаких сундуков? Конец. Ну, что скажете? Кино, это было замечательно. Офигенно. Честно говоря, получилось прикольно. Парни, шпион только что выдал коды доступа Гиперона. Кто-нибудь хочет взорвать космическую станцию? А то!
И тогда Искатель Хранящий и их маленький психопатка отправились обратно в пустошь назад к ранним безумный мир, который они так недолго покинули. Прощай. И в дни, которые за эти последовали, они вспоминали своих погибших друзей, свои приключения, и реальные, и вымышленные. Они помнили, что были не случилось. Они не одиноки, пока у них есть друзья. Парни, я вас люблю. О, ну вот тебе тянуло это, а? А потом железяка сказал какую-то глупость, и все... Крашкотина штурмует обитель дракона. Вот и все, ребят, DLC-шка. Давайте я сразу ценю, да, я пропускал прошлые DLC для, как сказать, оценочки. Но это я точно не упущу. Во-первых, это у нас игровой мир, считать, типа ролевухи, много пасхалок. Я сейчас еще покажу пасхалку, если она будет работать. А после, музыка прикольная, сюжет. Я даже чуть не прослезился в финале. Поэтому все охеренно, я считаю. Так, ты закончил историю о том, как Искатель-Хранилище победил красавчика-волшебника. Спасли прекрасную королеву-жопец и вернули свет миру конец. Отлично, вы победили волшебника и вернули мир свет. Теперь самое время отдохнуть. Насчет королевы не беспокойся, я сам отведу ее в город. Но... Ну, конец? Может быть. Нет уж, черт побери, у вас то на дополнительное задание, у меня куча свободного времени. Вот и все, ребятки. Вот это он вот начинается моментики, когда мы красный дракон. Ну, мы их просто убили ведь. Поэтому они тут летают. Сейчас мы вернемся. С вами. Так. Bullet. Так. Нихера тут дополнительных появилось. А вот логово вечных страданий, подождите, ненависти. Ну, вы видите, да, сколько тут еще миссий появилось? Много. А мы отправляемся их выполнять. Дракон немного застрял в текстурах. Так, логово вечных страданий. Сейчас здесь посмотрим, где это челик. Мы будем все пробегать, потому что... Нормально, что это все закрыто, да? Подождите, а я здесь, кажется, не был. Блин, на самом деле обидно, потому что сундуков что-то вообще не увидел. А где сундуки все? Я уверен, что должны были быть сундуки здесь. Все закрыто. То есть мне только и так, да, можно вернуться обратно? По факту мне только так можно вернуться. Так, хорошо. Это что? Выход тень ненависти. Вот это что? Крылатая буря. Сейчас туда сходим, посмотрим. Так, бежим. А, господин кто? Господин госпожа. Паучок. Так, нужно сделать выбор. Я мистер госпожа. Если отдашь мне большую часть своих сокровищ, я подарю тебе амулет. Если бы мне нужно было выбрать только одну вещь, которую можно взять в странстве, я выбрал бы именно эту же амулет. Я жду твоего решения. Купить амулет госпожи или взять госпожи по лицу? Ага, дружба. Таинственный амулет. Когда я сражусь, мой дорогой друг строит воспоминающий футболь.
Давайте купим. Amulet Амулет твой. Yours. Со временем ты поймешь его предназначение. А вы сделали как бы правильный выбор. Тайну хранит Фандир. Тем лучше, потому что вам дается там баф к жизни, все такое. Ладно, полетели в убежище. Поздаем сразу задание все, понабираем задание, посмотрим, что за задание. Пойдем поздаем задание. Что такое? Величайное отношение? Да кто это говорит? А вас ждет резня. Возьмите с собой друзей. Рейд босс! Пау-пау-пау-пау-вау-вау-вау! Возьми с собой трех друзей или сдохни! И пау-пау-пау-вау-вау-вау! Давай сюда. Так, давайте я, наверное, это сразу одену. Стоять. А, тюм. Что я затупил? Ты переодеваться пошла? Феминизм, детка. У-ху! Так, ладно. Боже мой, это у меня идея. А, печеньки с шоколадными кусочками. Зачем бы дитя не тешилось? Вот это... Вау. А, ну там минус хп. Давайте посмотрим облики. Маска это было. Это было. Было. Было, было, было. Ну, это все было, ребят. Походу, вот это должно быть, было быть из этого долца, но мне его дали заранее, походу. Поэтому неудивительно, на самом деле, то, что у меня нету здесь маски новых. Ну, а вот это, типа, тоже прикольно, как Хелсинг, знаете. Как Хелсинг, Волс Хелсинг. Либо, может быть, то просто был не на меня. Тоже как вариант. И это, скорее всего, самый такой нормальный вариант, то, что это было не на меня. Круто, мы все-таки дошли с вами. О, давайте жетоны. Урон, 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 шанс, урон. Урон, урон, урон. Урон, уменьшение дачи. Урон, урон, урон. Шанс, урон стрельбы. Так, теперь по способностям мы наконец-то дошли сюда, но мы уже закончили игру, поэтому... Да. Не хочешь ли мне помочь? Вас ждет мир магии и насилия. Я скажу тебе только одно, два слова. Волшебная резня. Кроме того, я хочу сказать тебе еще воспоминания слов моей... Волшебной так, убивец. Управляя одной моей ареной, ты хочешь управлять детской... Да? Найдите убивца. Так, кажется, сам ножом мечом. Меч и... Каменолости. Каменолость. Тут поблизости бродит, ну, скажем так, имитированный голем. А если его спина торчит классный меч, то вместе я бы его забрал. Все-таки закончилось. Привет, Роланд. Где-то рядом с замком волшебника живет принц по имени Джеффри Во. У него убили нескольких ни в чем не повинных людей, и если ему примешать, Джеффри станет самым кровожадным королем в истории. Найди и убей его сразу. И надай ему оплеух. А кто у нас такая красавица? Жопец хочет, чтобы его погладили. Так, так, так как мы должны ее прекрасить? Как, шлепни ее по жопе. По жопке. У нас, сучка. Я ласкаю красавицу. Осталось сбросить что-то такое. Камень. Ей не понравилось. А ты красавица, пони красавица. Ты самая красивая пони в мире. Королева хочет есть. О, и похоже, жопец голодным. Чем будем ее кормить? Она бриллиантовая королева, она не жрет ландыши. Она ест только самое лучшее, например, Эриди. Жопец оставила вам подарок, еще она пахнет летом и радугой. Фу. Значит, если кормить ее ценностями, она будет какать добычи? Ты так это понимаешь? Хай. Странно так как-то.
Это было что-то. Эй, эй, Мордекай, эй, эй. Обожаю тебя. Брось эти штуки. Так, окей, теперь мы что делаем? Мы бежим с вами сюда. Так, подожди, давайте лучше так сделать. Просто бежим туда. А мы... Говорят, что волшебник умер. Воскрешать мертвых. Короче, мы с вами все сделали, мы справились, у нас 20 минут сейчас. Мы, я не знаю насчет доп-миссий, стоит ли их проходить или нет. Но мы быстренько с вами сейчас проскачем, проскукаем, прокекаем. Короче, просто бежим за камешком. А мы знаем, где этот камень находится. Он находится с левой стороны, сразу как мы выйдем с убежища каменного сердца. Скромный порт, и в скромном порту там мы найдем то, что нам нужно. Так, скромный порт. Да, сейчас быстренько. Блин, жалко, что никаких миссий нету, связанных с тем мужиком, который находится в карме. Он очень сильно, знаете, мне похож на этого. В Китай нападали вот эти турки. Турки. Хатабы. Турки хатабы. Ну, здесь обычный скелет, поэтому максимум, что они могут, это меня замедлить. Ну, допустим, вот этот скелет. Да. Береги себя. Когда я доберусь отсюда, я дам тебе свою волшебную силу. Погоди, эта штука стреляет мечами? Это оружие стреляет волшебными мечами и бьет в точку. Враги моргнут, не успевает. Но, скорее всего, предлагают, что ж не стреляет. Это лучшая игра моей жизни. Так, все, меня потеряли, хорошо. Так. Ладно, я успею пробежать. Ай. Ай. Вот он. Похоже, все тихо. Можешь взять пушку, когда будешь готов. Знаете, это быстрее похоже на меч в камне. Это Эскальбор. Похоже, он разозлился. Убей и вытащи его меч. Это странно, что Рон так говорит. Быстрее вытащи меч. Ну и странно же. Офигительно. Он не двигается. Тяни дальше. А черт! Меч проклят! А, осторожно, у него восстанавливается сила. А, я понял, все. Меч почти вылез, тащи! Так, алло, а... Мы же его не убиваем. Я типа в него стреляю. Все. Отдать меч Роланду. О, Эриди. Отлично, теперь неси меч. Меч мне, ладно? Все? Это все? Ты смотри. Окей. 3К. Это дробовик хотя бы или. Нет. На самом деле я рассчитывал на большее. Окей. Походу мне выпало самое херово. Но зато и Риди дали. Так, вижу сундук. Зато дали Риди. Риди. Так что по воде тогда побежим. Так, меня потеряли. Отлично. Вау. Ну, смотрите, если бы снайперка была немного получше, я бы ее взял. Ну, здесь у меня больше хотя бы пуль, во-первых. Больше пуль. О, знак борды. Ну, знак хранилища, окей. Я только один нашел. Так, 31 у нас уже. Все, минуточку. Сейчас быстренько с вами просто добежим. Ну, дальше меч Шерон. Бля, я не знаю, может хотите, давайте дальше я пройду там топ-миссии. Потому что, ну все, нам больше здесь нечего делать в игре. Типа, да, можно сложности просто посложнее проходить, ну а смысл от этого? Мы спасли мир.
Все, тьмы больше нету. Радуга вон, видите? Было прикольно, если бы была бы двойная радуга. Уж она и есть двойная, просто я ее не вижу отсюда. Так, стоять, пойдем здесь. И еще что? Ну, в принципе, мистер Костяные штаны. А, ну это босс. Мистер Костяные штаны, это босс, который вначале нас нападал. Ну, бренд, я не буду его трогать. Ну, просто побежим, блять, у меня что, горло теряется голос. По сути, нам осталось довольно... Ничего, тут сколько доп... 3 миссии, да, осталось? Дополнительные. И все. Мы сейчас сбегаем в лес. Я обязательно сейчас... Давайте, ладно, я в замок пойду. Джеффри вот этого убью. А это как раз, если что, и есть пасхалочка. Да, целая миссия от нас относится к пасхалочке. Мы отправимся, его убьем, и в принципе можно заканчивать. Потому что в дальнейшем там у нас... Прям убийца. Давайте, хорошо. А, ну даже здесь у нас локация появилась. Локация у нас здесь появилась. Храм убивца. Короче, это наподобие кузницы, считайте. Но что здесь вообще? А здесь у нас ничего, это просто как арена. Добро пожаловать туда, где, возможно, тебя ждут смерть. Ну да, это просто, если что. Я убивец. А ты хочешь в мои магические круги? Ну да, если что, это, ребят, считайте. Лого вечных страданий. Певец. Так. Бежище огненного камня. Кстати, я Роланду не отдал мяч. Поход на последнего босса, а рейд босса, вот этот, о котором сейчас говорится. Я его не убью. Это... Необычный враг, это если что, ну, и он не повторялся. Короче, навряд, ну, так как это рейд босс, понятно, что я хуй их убью, так? Значит, это тоже идет в помойку миссии. Меч каменности. Да, остается у нас только две миссии. А если что, то у нас 4 дракона. 4 стихийных дракона. Ну, понятно, да, каких? Это у нас дракон коррозии, а потом шлаковый, огня, молнии. Ну и все. Ты можешь рассказать мертвых, лишь они не будет. Вы вытаскали меч из камня, некоторых людей делают королями. Вы же получили пушку, которая стреляет мечами. У вас больше интересная жизнь. Железный... Ох ты! Но что если взрывается, а потом превращается в 3 меча меньше, которые становятся взрывчивыми? Я же меча взрыв. И нас сделает так, чтобы пушки Роланда стреляли так, как и я сказал. Ладно. Давайте на это посмотрим теперь. Ну, давайте... Просто стреляй мечом. Только он почему-то не разлетается на еще мечи. Так, кстати, где быстрое перемещение? Давай, пожалуй, в убежище. Так. Полетели. Найдите Джеффри. Я ненавидим. А быстро сейчас пробежимся. Там не очень долго. Да хотя мы, мне кажется, справимся до 42 минуты. Увидимся. Вот. Принц Джеффри. Кротовина. Пес. Кто посмел обнажить оружие в моем присутствии? Стражи, к бою! Вы прибыли ко двору Джеффри, убийца его стражника. Тогда мальчик уродец выйдет.
Не может быть! Собачонка! Кроватина! Уничтожьте чужака! Что? Ты цитируешь тот сериал по Эхонету? Я его не смотрел. Если бы ты его смотрел, то заценил бы, как он крут. Если что, это имеется в виду Игра Престолов. Если что, это... Да, это Игра Престолов, ребят. Джеффри... Принц Джеффри. И еще сейчас одну, вторую часть пасхалки покажу. Так, осталось только двое. Победит Джеффри на дуэли. Смертельный бой? Да будет так. Ну вы видите по трону, да? Сделанный из пушек. Принц Джеффри. Ой, ой, ой! Свинья! Скотина! Отлично. Ну раз а детей мы не убиваем, тебе нужно просто задать ему хорошую трёпку. Дать пощечину Джеффри. Как ты смеешь? Никто не смеет бить принца. Принц делает все, что захочет. Так, так, скажем его два словами и сделать тоже сломано. Так, только вернуться в город, снова дать пощечину Джеффри. Знаешь что, я сделаю тебе подарок. Собери армию, убью твоих друзей, а потом принесу тебе их в головы. Еще раз дать пощечину. Сейчас же прекрати! Это приказ. Мама. Мама. Ну вы видите, да? Трон, типа, Джеффри, принц Джеффри. Пес, король. Даже его фраза вот эта. Как ты смел прийти ко мне с мечом? Так, теперь мы делаем так. Сохранить, выйти. Ну да, все-таки, ребят, это у нас последняя серия. Думал, может там типа разделить, но нет. Мы сделали так. Я уже все равно оценил дополнение, да, довольно прикольная музыка, боссы, враги, сюжетка. Так, нам осталось только за телепорт, вернуться в город и все. Убежище осталось вернуться. И можно сказать, что Бордерленд заканчивается. Все, GG. Побежали. Знаете, эта прогрузка была руки, когда, знаете, типа раздвинутые. Это всегда в играх такие NPC, которые неподвижные. Либо не заданы движения. Зима, дело темное. Видите, зима, дело темное, но на самом деле, как говорится, зима уже близко. Стоп, мы только что приняли выслушать кучу неприятных цитат, может процитировать что-нибудь знакомое? Ладно, какой у тебя любимый сериал? А там про богатых герцогинь, про так, как они пытаются выйти замуж. О, офигенный сериал. Ну ладно, Марагдека, я появился на поощрение аристократ. Привет. Поговорите с ним про этикет, если хочешь. У меня беда со слугой. Так, охромел на войне, теперь я не могу его следует разыскать. Мои платья. О боже. Ну и тупой же, наверное, сериал. Сам ты тупой. Так, ночь, темна и полна мелкой посуды. Вот козел. Бля. Ладно. Я же сказал, что я убью его с помощью этой пушки. А, да, вот еще мечи разлетаются. На маленькие мечи. Ладно, ребят, в принципе, это все. Borderlands у нас закончен. Все пройдено. И, как говорится, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Давайте я в центр города приду. Говорится, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. В принципе, нам осталось довольно немного до конца полной серии игр Borderlands. Осталась только третья часть, но ее осталось только дождаться. Поэтому удачи всем, спасибо, что были со мной. Эх, и до новых встреч, друзья, до новых прохождений игр и до новых прохождений всего-всего. Всем пока.